Девушки, здравствуйте. Подошла очередь попробовать третий продукт из этой упаковки, и я вот, честно говоря, в предвкушении, потому что два предыдущих продукта мне прям понравились. Это крем Zen Effect и ночная маска. Очень интересные. Сегодня я хочу попробовать вот этот крем. Это крем-гель для лица, эффект мгновенного увлажнения. Я предполагаю, что он будет голубого цвета, вот как здесь на упаковке, потому что этот крем был такого цвета, маска была вот такого цвета. И потом я, кстати, увидела, что на самом деле вот здесь все нарисовано. Вот он Zen Effect, который мне понравился. Вот она ночная маска. И сегодня мы будем пробовать вот этот вот крем. Вот я пока рассматриваю к покупке вот такой. Но сейчас посмотрим, какое впечатление произведет на меня этот крем. Также я нанесла на лицо только тоник, чтобы было точное впечатление. Голубенький, давай. Голубенький. Он тоже, по-моему, слегка перламутровый, как был Дзен. Только тот был фиолетовый, а этот голубой. Да, он слегка. Сейчас посмотрим. Но его такое ощущение, что меньше в упаковке было, чем предыдущего крема. Потому что того мне прям было много. Но он другой, да, он отличается от крема Zen Effect. Мне кажется, этот чуть более плотный, чем Zen. Там, правда, написано, вот здесь на каждом написано, как использовать. Написано не наносить на зону вокруг глаз. Но я наношу. Да, он чуть более плотный, чем Zen Effect, но все равно остается легким. Да, это как полукрем, полугель. То есть вот он сейчас как бы лежит на мне, я немного ощущаю. Он вообще не липкий. Абсолютно не липкий. Да, чувствуется, что это увлажняющий крем. Ну, лицо вроде не сияет, да, как от Zen Effect. Ну, очень приятное впечатление. Хороший, да. Но Zen Effect мне понравился больше. Этот больше подойдет, знаете, у кого сухая и, возможно, обезвоженная кожа. Для нормальной, естественно, тоже подойдет. Да, вот для таких типов кожи. Хороший. У нас с вами остался еще один вот такой продукт. Это выравнивающая база. Тоже скоро попробуем.